Минстрой Дагестана не освоил более 10 миллиардов рублей. По данным издания АИФ в Дагестане, об этом сообщил председатель Народного собрания Хизриших Саидов на совещании по вопросам исполнения программ социально-экономического развития республики. Это значит, что не были созданы дополнительные рабочие места, не построены новые школы и детсады. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отмечено публикацией, отказались комментировать заявление председателя дагестанского парламента.